Ивана Царевича на Сером Волке Васнецов писал в Киеве в период работы во Владимирском соборе в 1889 году. Это был для него своеобразный отдых. Он вспоминал свое детство, таинственную сказочность дремучего леса, любимую такую волшебно прекрасную русскую народную сказку. Он избрал волнующий момент, когда Иван Царевич в вселенной прекрасной спасаются от погони. Чудесно передал тревожность и загадочность момента. Природа вторит настроению беглецов, она словно чувствует опасность. Переливы серо-белового неба, виднеющегося за великанами деревьями, тьма болота впереди, настороженно пугающий. Но юная яблонька на переднем плане, усыпанная бело-розовыми цветами, вносит иную, светлую поэтическую ноту. Яблонька словно поддерживает сказочных героев. Они красивы истинно русской красотой. Это национальный тип красоты, так любимый Васнецовым. Особенно пленительна царевна. Характерно, что образ ее художник нашел в реальной жизни. Для Елены Прекрасной он еще в 1883 году писал этюд с племянницей Мамонтова Наташи. Как и для Аленушки, он искал модели не внешнего сходства, а то, что можно выразить через позу – душевное настроение. Сходство тут скорее внутреннее. В картине он будет искать обобщенные черты сказочной красавицы. У русской лебедушки – которое посвящено в народе столько песен и сказок. Истинно прекрасна русская царевна в своем великолепном царственном убранстве. Васнецов выступает как блестящий колорист и тонкий психолог. Изящество, благородство, некая душевная сосредоточенность, очарование сквозит в этом чудесном образе. Картина и сейчас производит большое впечатление своей неподдельной искренностью.